приехал за другом в общежитие. Вышла, он спросил, как меня зовут. Ну, все. Да и так вот уже почти 20 лет. Секрет семейного счастья – это секрет. Не надо обращать на всякие мелочи, быть более спокойным, прислушиваться к своей второй половинке. Я у тещи спросил, все дети такие некрасивые, когда рождаются? На него посмотрела, и все, она заходит так обратно в зал и говорит, он, наверное, ему не понравился. А он просто не мог понять, что он еще даже отцом стал. Одинаково. Да, мне кажется, да. Что он знает мою работу, да, то есть если у меня что-то, какой-то вопрос, он будет к нему обратиться. Ну, моя жена – это целая жизнь. Как говорится, дома супруга – это командир, название выше, поэтому она дома полковник. Семейная жизнь у нас чрезвычайная, год за полтора, поэтому мы уже почти.